Привет всем, бери баню, вот с Булычем. В общем, недавно узнал, что люди строят бани из опилок. Я снимал ролики, видели, наверное, что бывают бани из опилок. Вот нашел такой тоже домик, сейчас мы в Балтасинском районе. Деревня Садыган? Да, Балтасинский, глухая деревня хорошая такая. И тут просто хозяин предприимчивый взял и построил баню. Не баню, а пристрой сделал дома и именно из опилок. Давайте примерно покажу, что тут получилось, как чего. Так, сейчас, секундочку. Еще бы научиться переворачивать этот экран. Не перевернешь ты же на этом видео. Да? Ну, просто этот кадр перевернешь. Ага. И тогда так покажем. В общем, такая. Сейчас мы пройдем, перевернем. Извиняюсь, что трясем. Давайте тихонько. Вот этот дом у него, вот основной. Вот он, да? Это весь дом. Да. Здесь сруб, обшит сайдингом. И, в общем, вон та часть, вот этот вот пристрой, это все из опилок, обычные опилки. Как я понял, тут язык татарский, татария все-таки. Пришлось переводчиком, из-за этого Булыча взял. Вот, и он мне объяснил вот так. Вот эту часть сайдингом, это недавно обшили. На самом деле здесь просто этот, был каркас, обычный каркас, значит, на 150 толщиной, на 150, вот та часть, значит, и в этот каркас просто обшили шифером плоским снаружи, снутри, и без всяких, по-моему, пергамином, да, пергамином, говорит, еще простелил там, чтобы от ветрозащиты снаружи, потом шифер плоский, и все это засыпало опилками, никаких пароизоляций, гидроизоляций, ничего нет, как в той бане из опилок, про которую я вам снимал ролик. Кому интересно, ссылки будут под видео, там я все покажу, какие что. И, в общем, вот этот пристрой, вот этот вот сзади меня уже пристрой, да, ему получается... 18 лет. 18 лет, 99-м, да, 99-го года. Так хозяин утверждает, что в нем гораздо теплее, чем в доме из сруба. То есть в доме из сруба, который видите сзади, вот эта часть, там холоднее, чем в доме из опилок. Вот такое вот видео. Хочу вам еще что от себя добавить. От себя добавлю, что опилки, это я технологию увидел, немцы, оказывается, немцы берут фуру, у меня друг работает на границе, возит, в общем, этот лес наш в Германию. И говорит, привозим лес в Германию, а тут же при мне распускают деловой лес прямо на опилки. И я подумал, куда им такое количество опилок? А оказывается, что они домокомплекты поставляют. И вместо минваты в стены засовывают опилки. Вот сами посмотрите, тоже видеоролик скину, все покажу, там увидите сами, как у них домокомплекты собираются. А нам, русским Ваням, которых опилок в избытке, посылают свой там утеплитель какой-нибудь, там эковаты придумали, хераты там, я не знаю, всякая там ваты, минваты. На самом деле, когда вот есть хороший натуральный материал, просто засыпал дешево и почти копейки, цена в копейки. И вот такая вот вещь замечательная. Тепло, хорошо, естественная среда, натуральное дерево. Ну, такое вот видео. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До свидания. Найду еще баньки, покажу, расскажу, объясню, как, чего. Попробую сам построить такое. До свидания. Всего доброго.